Сотрудники управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия ежедневно проводят ночные плановые профилактические и рейдовые мероприятия по всей республике. Их главная цель – выявить нарушителей правил дорожного движения. Основные виды нарушений все те же – управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, отсутствие документов и номерных знаков на авто. В столице, в районе Синопа, в течение 40 минут работы правоохранители выявили небольшое количество нарушений. Сегодня проводим вечернее рейдовое мероприятие по городу Сухуму. Выявляем нарушителей в основном, кто в нетрезвом состоянии, кто без номеров ездит, без документов. Если водитель подозревается употребление спиртного напитка, проводим и проверяем через алкотестер. Мы уже оформили две автотранспорта, которые были без госномеров, без техпаспорта одна машина. В основном так вот, пьяных пока нету. Только за один день 2 ноября в результате профилактических и рейдовых мероприятий по республике сотрудниками УГАИ МВД Республики Абхазия и ОГАИ за нарушение правил дорожного движения составлено 299 протоколов, из них 18 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. 4 ноября количество нарушений ПДД увеличилось до 435, из них 26 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Чтобы сократить число нарушений правил дорожного движения, Управление госавтоинспекции МВД Абхазии проводит ряд профилактических и рейдовых мероприятий. У нас неделю 2 раза мы проводим рейды, мероприятия по безопасному городу. То есть мы в Сухуми проводим это по вторникам. Безопасная трасса по субботам. Почему по субботам? Потому что в субботу у нас очень много свадьбы. Стараемся, чтобы люди не попадали в ДТП. Выявляем нетрезвое состояние от 70 до 80 человек в нетрезвом состоянии неделю. В результате ночных рейдовых мероприятий 7 ноября в Сухумском, Ачимчирском, Гудаутском и Гагарском районах было составлено 124 административных протокола, из них 9 за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Аля Катрапша, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.